Конечно, интернет полон видео такого рода, но в этом списке наиболее реалистичные и правдоподобные. Смотрите внимательно, после этих видео остается ощущение, что мы не одни в этом мире. Приготовьтесь, 5 мистических существ, снятых на камеру и замеченных в реальной жизни. Номер 5. Снежный человек, альбинос. Видео записано в Пенсильвании, где местный житель услышал странные звуки посреди ночи. Он пошел проверить, что происходит, с фонариком в одной руке и с камерой в другой. И что он увидел, смотрите сами. Номер 4. Летающая тварь. На следующем видео молодая пара позирует на камеру, а над ними парит человекоподобное существо. На фоне люди кричат, они в шоке и напуганы. Есть мнение, что это инопланетянин. Тем не менее, еще предстоит разобраться, что это было. Номер 3. Уэссексское чудовище. Камера, установленная на шоссе, запечатлела очень необычное существо, пересекающее дорогу в 2 ночи в Уэссексе, Великобритании. Что это было, тема для ожесточенных споров. До сих пор нет ответа, что это за гуманоид. Вот запись. Номер 2. Канализационный монстр. Сейчас вы увидите еще одно загадочное существо, заснятое на камеры компании Northwest Water Company, Англия. Тварь, которую также описал рабочий, слишком велика для крысы. К тому же, она стоит на крепких задних конечностях. Мужчина никогда прежде не видел ничего подобного. Вот запись. Номер 1. Придорожное чудовище. На видео кто-то едет по пустынной дороге, как вдруг камера запечатляет необъяснимое существо. Водитель тормозит, чтобы не столкнуться с ним. Далее выясняется, что оно еще менее похоже на человека, нежели в начале. Никто не может точно сказать, что это было, так что судите сами. Reverse.
Профессор Гугла, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся.